Всем привет, с вами снова Диана, и сегодня я возьму вас с собой на концерт. Это будет первый концерт у меня в Корее, и мне кажется, никогда не была ни на концерте ни у кого, кроме как у русских исполнителей, и то их было два, и то это были очень странные концерты. Ну, в общем, мне не понравилось. Так что да, я заряжаю себя энергией, слушаю музычку Джейсона Мраза, сразу, чтобы подготовиться, чтобы петь, кричать, танцевать. Сейчас 11:30, и мы с Машей, я должна с Машей встретиться без 15:04. Мы должны поехать до станции, потом оттуда мы должны в 16:30 поехать в другой город, в Тегу, потом мы должны там приехать туда и поехать на концертный зал, и взять наши билеты. В общем, очень тяжелый день. Пока буду, наверное, убираться, готовиться на завтра, потому что я приеду поздно. Так что да, я собралась более-менее, ну как, накрасилась и не знаю. Мне нравится. Конечно, на моем лице сейчас ужасное количество косметики, и это плохо очень для моей и так кожи, которая вообще решила, что Диан, ты будешь вся пришавая ходить месяц, если не два. В общем, да, но ничего, пойдет, думаю. Я собралась очень рано, поэтому это, наверное, хорошо, потому что пока я собралась, там такой бардак сейчас вон там, это просто ужас. Так что я сейчас все уберу как раз. И буду выбирать, что одеть. Самое интересное. Так что, да. Ребятки, наши планы с Машей немножко поменялись. Уф, как это светло. Так вот, наши планы с Машей немножко поменялись, потому что мы созвонились и решили, что лучше приехать пораньше, чем опоздать. Поэтому сейчас сколько время? Сейчас 2:00, и концерт у нас начинается в 7:00. Но нам нужно быть там за 30 минут, чтобы забрать билеты, потому что мы заказывали их онлайн, и как бы они нам их не могли отослать, поэтому нам нужно будет забрать их. И да, сейчас мы сядем на автобус, который довезет нас до станции, где мы сядем на поезд и поедем до Дегу. В общем, да, хороший день. Я рада, что я начала собираться так рано, потому что, когда мне Маша позвонила, я уже была собрана, в принципе, мне осталось только одеться. Поэтому, да. Маша, скажи привет. Мне не надо, вот сейчас. Привет. Короче, в общем, мы с Машей поехали не на тот же вокзал, и в итоге мы просрали свой поезд. Но ничего, мы купили билет на другой поезд. Проблема в том, что мы будем стоять всю дорогу. Зато у нас есть пончики и кофе. И Маша красится. А еще сколько у нас есть минут? У Маши есть 15 минут, чтобы накраситься. А потом мы будем стендинг делать 1.5 часа. Вот так вот. Почему так всегда получается, когда мы с Машей собираемся? Кто виноват в этом? Наверное, не знаю. Это да. Весело, весело. Зато будет что запомнить. Да? Memories. Вы creating memories, dude. Потом услышишь, когда посмотришь это все. Буду кушать свои пончики и грустить. Да нет. На самом деле все, это все просто очень весело и очень смешно. И много чему тебя учат, потому что мы не ожидали, что тут будет так много народу. Но теперь будем знать. Я на VIP место. Там Машка вон сидит.
Вещи, что мы делаем ради концерта. Идеально просто. Мне кажется, меня тут люди ненавидят, потому что я сижу, там у них вещи лежат. It's okay. Дилеры. И я вам не дам. Подожди, держи, брат. Приехали в Дагу. Я. Надо как-то выйти, но мы не знаем как. Да, нам нужно выйти, но мы не знаем как. И Маша купила себе палочку волшебную, как в Хогвартсе. Мне уже две палочки. Я не понимаю, о чем вы, ну честно, ребят. Ладно, пойдем искать такси и едем в концертный зал. Такси, и Маша пытается что-то сделать со своей палкой. Маша пытается. Блин, почему же она выпрыгивает? Как лягушка. Все, я сделала. Давай фототься. Окей, ладно. Короче, фотолись, и Маша теперь не работает ее палочка. Как-то грустно стало. Ты отнажимала? Да. Ой. Приехали с Машей в Экско, и она снимает свои палки, которые не работают. Вообще-то я тоже блогер. Маша тоже займется видеоблогингом. Блогингом. Нам нужно ехать на пятый этаж и забрать наши билеты. Потом будем сидеть и заряжать наши телефоны. Вообще, телефоны — это просто... Достали разряжаться. Маш, она так не разговаривает с собой, честно, я вам клянусь. Телефоны уже разряжаются. Мы купили билеты с Машей. Ну давай, увидим. Это второй этаж. Зачем ты на второй этаж пошла? Второй? Это второй. А где там первый? Нет. Маш, я на него нажала. Мы купили билеты, Маша очень радостная. Я все вижу вот тут, понимаешь? И камера все тоже видит, и зрители мои тоже. Я волосы поправляю. Что ты да. Я крашу губки. Маша, все готовятся к концерту тщательно. Все тут просто красить, если я не могу сейчас камеру повернуть, было бы странно. Привет, Диан. Здравствуйте. Ну, рассказывай. В общем, мы сидим с Машкой, она заряжает свой телефон. И сейчас мы скоро пойдем наверх, я не знаю, что мы там будем делать, потому что концерт начинается в 7, а сейчас только 7:30. Но тут очень много народу, поэтому мы хотим пораньше туда прийти, чтобы успеть, чтобы не толкаться. И у меня теперь замечательный есть камерамен, зовут ее Маша. И да, у меня попа болит. Да? Попа. Потому что я сидела на палочке. А так все. Все хорошо. В шоке. Диана. Мы радуемся, потому что мы очень-очень близко к сцене. Сейчас вам покажу, как близко. Там ничего не видно. Сейчас. Очень близко, ребятушки. И плюс... Если мы не будем видеть его лицо, у нас тут большой экран. Да, вот. Какая Rain and Jane? Это группа Rain and Jane. А, точно. Это у тёлки. Окей. Да, плохо очень видно, но, в общем, вот что происходит у нас. Что, блядь? Чего не знаю? Please put your hands together and give a warm dig you welcome. To Raining Jane. Waiting until the cravings fulfill.
Takes some good to make it hurt, and it takes some bad for sound to be the life. And the bottom of the ocean, now we're swinging from the tops of the trees. Oh, we are.